все о детях и их родителях. Добро пожаловать в Санкт-Петербург, один из самых красивых городов мира, северную столицу России. Сюда всегда стремились выдающиеся люди, благодаря чему на протяжении последних трех столетий город стремительно развивался и стал центром российской науки и культуры. А с 1899 года, с момента основания Политехнического университета, Петербург стал колыбелью инженерного и экономического образования. Добро пожаловать в Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Сегодня численность студентов в университете составляет более 33 тысяч человек, из них более 6 тысяч иностранцы. Более 2000 преподавателей и профессоров, включая около 200 приглашенных из-за рубежа, работают сегодня в Политехническом университете. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого по-прежнему является местом, где живет фундаментальная наука, а также ориентиром в образовании, ведущим в будущее. Местом, где живет фундаментальная наука, а также ориентиром в образовании. Thank you.
Добрый день! Мы продолжаем кластер профориентации второй части Московского международного салона образования. И для меня сейчас, наверное, самая важная сессия, причем, наверное, не только второй части Московского международного салона, но и всего салона образования, мы такие сессии на салоне пока еще не собирали. Мы вместе с ведущими профессионалами профориентации российскими хотим обсудить и прийти к какому-то мнению, все-таки благо же или вред цифровизации профориентации в тех условиях, в которых мы сегодня оказались, и без этих условий, когда, я надеюсь, когда-нибудь в ближайшее время мы окажемся. С нами сегодня Николай Сергеевич Пряжников, профессор факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова и профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Георгиевич Серебряков, президент Центра тестирования и развития гуманитарной технологии. Николай Федорович Родичев, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификации Федерального института развития образования. И Кирилл Геннадьевич Кузнецов, руководитель отдела профориентации Центра тестирования и развития гуманитарной технологии. Итак, все-таки мы много это обсуждаем между собой. Давайте попробуем прийти к какому-то, сначала к определению каких-то позиций, и потом к какому-то мнению. Что же случается сейчас с новыми технологиями и с новыми условиями цифровизации профориентации? Насколько это важно, насколько это не важно? И благо или вред – это хорошие слова, но понятно, что благо в какой-то степени, но когда тут может быть вред? Николай Сергеевич, вам слово. Вас не слышно? Всех приветствую, очень рад видеть. Начать бы хотелось с формата. Знаете, все-таки с формата, почему? Мне бы так проще было бы и самому говорить, и другим, наверное. Я предлагаю такой формат, может быть, другие предложения. Может быть, для начала каждый кратко выскажется, свою позицию обозначит, но 5-7 минут не больше. Потом, может быть, мы как-то решим, что нам дальше делать, чтобы просто обозначить, чтобы это не было утомительно, чтобы это не было похоже на традиционные конференции, ладно? Я вообще постараюсь минимальное обозначить, если вы не возражаете. Давайте, давайте, принято. Или другие есть предложения. Хорошо. Я абсолютно двумя руками за, тем более вот даже в последнее время я почувствовал удовольствие от этого формата. Я очень много ругался по поводу удаленки с разными там университетами. У меня был опыт с несколькими вузами, причем в некоторых вузах даже менялись эти программы, там, да, вот, и Skype, и, там, и Teams, и, там, и все остальное, и Zoom, и все остальное. Вот. Но, в принципе, это болезни роста, если все это наладить. Но здесь, тем не менее, у меня рождается такое первое, ну, не то чтобы сомнение, а проблемный момент. Вот, допустим, сам консультант все это освоит. Всегда ли, ну, скажем так, у клиента все это, все эти программы будут хорошо работать? И будут ли у него программы, ну, скажем так, доступные для общения с консультантом? Потому что здесь разнообразие довольно большое. И как вот это разрешить? Ну, я бы его обозначил как первую проблему. Потому что если программы отработаны, налажены, дальше уже можем говорить о том, как содержательно это все совершенствовать. Но пока вот на таком технологическом уровне, наверное, будут первые сложности. У меня поначалу были очень большие сложности, я даже придумал термин, это силиконовые твари, как я их называю, потому что программы сырые, неотработанные, инструкции непонятные, но когда вот с ними мало, но когда более-менее привыкаешь, все нормально. Я просто боюсь, что у клиента могут быть сложности в этом плане. Они же разные клиенты, да еще по регионам, у кого-то компьютеры не очень хорошие и прочее. То есть чисто технологически. Вот, содержательно, мне думается, мы сейчас можем поговорить, во-первых, о том, что уже наработан, какой опыт, он наверняка интересный, я там потом могу что-то сказать. Вот, и даже вот в этом плане можно оценить, какие методики еще хорошо проходят в этом формате, какие требуют ограничения, а что требует доработок. Ну и потом, может быть, поговорить о перспективах, какие возможны доработки, и, может быть, даже это потребует специальных усилий, и мне кажется, то есть я однозначно за, только единственное, в том виде, в котором это сейчас, конечно, это пока не совершенно, еще опыт нужно какой-то поднакопить. У меня еще есть последнее предложение, сейчас я закончу. Может быть, вообще организовать такие встречи систематически. По мере накопления опыта, может даже вот сейчас, чуть ли не в каждый месяц, как минимум раз встречаться, обмениваться опытом. Потом, может быть, поменьше будем. Ну а то, что это имеет колоссальную перспективу и выход не только даже на нашу страну, вы меня извините, есть еще наши республики, где русскоязычные. Да даже Израиль в каком-то смысле. У меня даже был какой-то опыт,
давно, у Брониса, когда я работал в МГППУ, там вот с инвалидами они, вот там это, у меня даже было две дипломницы из Израиля. Мне кажется, то, что происходит в России, не только очень интересно на нашей территории, на регионах, и даже не в наших бывших республиках, но где-то и в других странах. То есть возможности здесь колоссальные открываются. То есть я думаю, о том уже поговорим. Спасибо, Алексей Георгиевич. Коллеги, добрый день. Да, спасибо за приглашение. Ну, я присоединяюсь, во многом согласен с Николаем Сергеевичем, но я бы так бы выделил эту проблему, знаете, разделил на три основных, может быть, аспекта, которые сейчас являются ключевыми в профессиональном самоопределении учащихся. Это три таких основных составляющих. Когнитивная, мотивационная и вот поведенческая, практическая. И вот три этих линии, они по-разному, мне кажется, по-разному будут и работать в дистанционном режиме, и быть эффективными, и полезными. Но вот если говорить про когнитивную, такую познавательную, знаниевую, то, безусловно, за дистанционными технологиями, за онлайн-технологиями огромное будущее. Это связано и с, большим расширенным, расширенной возможностью слушать кого угодно, с любой точки мира. Понятно, что информации очень много, и она сейчас представляется как в вербальном, в письменном, в аудиальном, визуальном компоненте. И вот знания и рассказы о профессиях, рассказы об отраслях, рассказы о тенденциях, безусловно, в этом, я считаю, в когнитивном ключе дистанционные технологии будут обходить в ближайшем будущем очные компоненты. Но вот если говорить про мотивационный компонент, то здесь уже я бы сказал, что 50-50. Потому что, с одной стороны, безусловно, можно через интерактивные программы, через игры компьютерные, через различные интересные сервисы вовлекать и мотивировать и детей, и учащихся. Но, с другой стороны, пока вот этот эмоциональный огонек в глазах наставника, социальный компонент тренинга, социальный компонент игры пока остается очень важным. Поэтому мотивационная составляющая профессионального самоопределения, наверное, во многом еще будет развиваться двумя путями, и в очном, и заочном. И здесь сложно выделить, я бы не поставил бы, никому не выделил первое место, в отличие от когнитивного. А вот поведенческий практический компонент, здесь явно, на мой взгляд, будет проигрывать дистанционные технологии. Какие бы они ни были, симуляции, все-таки реальная деятельность, реально практическая, погружение, работа с мастером, если это, или работа вместе в коллективе, конечно же, на долгие времена еще, на мой взгляд, будут сопровождать больше офлайновые, такие традиционные аспекты. Ну и понятно, исходя из этого, что те отрасли и те направления, которые больше знаниями, когнитивные, ну как, например, программирование, либо как это создание интеллектуальных проектов, безусловно, очень хорошо будет ложиться на дистанционную почву. А там, где все-таки пока остается важностью работа в проекте, в коллективе, где важен ручной труд, где важно именно взаимодействие и с материальными объектами, с техникой, и с различными объектами, которые вот материальны, безусловно, эта профориентация в этих направлениях, на мой взгляд, еще долгое время будет более востребована, интересна, именно офлайновая. Вот так вот, такую классификацию я для себя увидел, коллеги, когда подумал о вашей проблеме. Спасибо большое. Спасибо. Николай Федорович. Здравствуйте, уважаемые. Да, прекрасно. Спасибо за возможность принять участие. Я начать хотел бы с шутки и сказать, как похорошела профориентация при цифровизации. А если мы отнимем слово «цифровизация», то тоже можно этот вопрос, который у нас сегодня стоит, обсуждать. А, собственно, сама по себе профориентация – это благо или вред? Соответственно, то, что было благом, наверное, в этой мере усиливается при цифровизации, то, что было вредом, то или усиливается, или достаточно сильно пугает. Потому что
все мы делимся на технооптимистов и тех, кто боится трансгуманистического кошмара. И вторые начинают играть все большую и большую роль. И, пожалуй, здесь одна из главных наших задач – это сделать так, чтобы педагоги, психологи, организаторы, чтобы они формулировали свой заказ к разработчикам цифровых инструментов, разработчики прислушивались. А что, собственно, нужно нам, а не то, что сделали они, а мы пытаемся так или иначе приспособить к себе. Потому что действительно сейчас есть огромное количество новых цифророжденных технологий, например, сетевой проект, который ребята могут выполнять в самых разных ролях, из самых разных точек страны или даже не только страны. И мне также кажется, что очень важно рассматривать цифровизацию не только как инструмент, а как общий фон, общий контекст. Например, профориентация – это всегда зона дискомфорта из-за необходимости самоопределяться, и это всегда зона потенциального конфликта. Вот сколько бы ни говорили о профессиональной ориентации, в 90-е годы, в 2000-е, в 2010-е, теперь в 2020-е, мы неизбежно выходим на проблемы политики, или же, если рассматривать под каким-то конкретным прицелом, на проблемы идентичности сейчас. Это очень хорошо, кстати, говорит, и есть статья об этом у Николая Сергеевича Брежникова, когда он обращает внимание на формирование прекариата, то есть некой такой новой страты, которая находится в неопределенности. Здесь вопрос возникает сначала процедурный, потому что когда люди общаются компьютерно опосредованными способами об таких серьезных проблемах, то всегда возникает ситуация, что есть вот микрогруппы, атомизация, которая предполагается негативными аспектами цифровизации, они между собой взаимодействуют конфликтно. И то самое происходит, это немножечко похоже на то, что происходит и в мире профессии, в мире человеческого труда. Тоже существуют, образуются некие малые группы, а профессия становится некоторой такой большой группой, в которой есть свои коллеги, единомышленники, защитники, если у нас есть гражданское общество, профсоюзы. Появляется у человека чувство принадлежности к какой-то большой группе. И вот это противоречие, оно очень-очень сильно обостряется тогда, когда мы начинаем смотреть на все на это в контексте идущих одновременно цифровизации и дробления профессии, дробления общества, всех тех кризисных явлений, которые сопровождают вещи, связанные вот с совершенно новыми, принципиально иными вещами. Если обратиться, вот так вот перескочить от каких-то таких проблем, а как мы разговариваем к совершенно фундаментальным проблемам, то существует такой вот философский посыл, что в принципе мы раньше смотрели на все происходящее, в том числе на мир профессии, исключительно как на систему, где есть корни, ствол, листва, крона. Сейчас мы вслед за постмодернистами смотрим на нее как на ризому, на паутину. И здесь как раз вот прямая ассоциация с тем, что мы все находимся в интернете, вот тоже в какой-то паутине, в этой ризоме, которая совершенно неубиваема с одной стороны. Если у нее, так сказать, ее невозможно, так сказать, не померить толком, как мы раньше это делали, не разрезать так, чтобы она, так сказать, погибла. Она чрезвычайно живуча, но она совершенно иная, совершенно другая. И на этом фоне возникает целый ряд вот необычных коллизий. Например, из лиц, принимающих решения, скажем так, Дмитрий Николаевич Песков, который у нас сейчас спецпредставитель президента России по технологическому и цифровому развитию, он говорит, что мы должны научить Игоря Ивановича, так принято было на острове 2019, называть искусственный интеллект, делать то же самое, что умеет делать гуманистическая педагогика. Понятно, что это отчасти шутка, но ведь у нас же искусственный интеллект, большие данные умеют делать и совершенно другое. Мы все прекрасно видим, как хорошо или не очень хорошо живется при системе социального кредита в Китае, когда совершенно перестраивается ситуация общественных отношений в зависимости от влияния на них. То есть если ты не имеешь достаточного количества баллов, то ты не можешь занимать государственную должность или, например, быть руководителем фармацевтической или медицинской компании. Вот, и так дальше. Вот.
И даже вот то, что сейчас происходит на фоне эпидемии, тоже невольно тревожит людей. И эти какие-то моменты, тоже вопрос о том, а сколько у меня потенциальных вот этих вот наработок, кредитов моего, того, что я могу предъявить, насколько это актуально для того, чтобы меня по умолчанию включили в какую-то так называемую чистую зону, туда, где можно, где хорошо, или не включили. Здесь вот, может быть, не совсем уместное сравнение с единым госэкзаменом, но нынешний президент Российской академии образования Юрий Петрович Зинченко в свое время тоже удивлялся, говорил, что ЕГЭ сломал то, что мы называли профессиональной ориентацией, вот, потому что к нам на психфак пришли ребята, которые одновременно хотят быть и почвоведами, и психологами. И еще одна, пожалуй, тоже цитата, вот, которая, может быть, может послужить такой, это тоже одной из отправных, это уже наш нынешний вице-премьер России Андрей Рамович Белоусов, который говорит, что у нас-то, в общем-то, будет другая идентичность, другие ценности, и мы должны на это смотреть, потому что у нас есть, во-первых, угроза того, что называют сингулярностью, когда мы постепенно перестаем понимать происходящее, и это становится вообще мировоззренческой угрозой, и мы, пытаясь заниматься профориентацией, отчасти можем перестать понимать мир профессий. Я просто приведу тоже такой пример. Мне всего-навсего несколько лет назад говорили на ученом совете в предыдущем институте, где я работал, что Николай Федорович, зачем вы занимаетесь этими чудными курсами электронными, профориентационными? Вы работаете для учителя, а учитель что пойдет в интернет? И вот мы находимся в 2020 году, интернет сам пришел к учителю в том виде, в котором совершенно он не ожидал. И, наконец, то, про что также Андрей Ирмович Белоусов говорит, это угроза так называемой новой архаики. Он как бы вот тоже, может быть, несколько преувеличивая, а может и не преувеличивая, говорит об высокотехнологичном ИГИЛе, который может ломать все привычные конструкции. И понятно, что здесь мы должны каким-то образом выделить для себя вот сферу вот этих опасностей и рисков, которые не совсем вред, а то, что может быть развернуто даже из риска, из опасности в какой-то шанс. И ряд совершенно очевидных преимуществ. Например, другой способ организации профориентационной работы, другие возможности новой геймификации, возможности оформления вот этой сетевой идентичности, это тренировки себя, как представить себя в сети, а уже потом как представлять себя в реальном мире, планировщики активностей. Ну и в конце концов, вот когда мы в 2017 году с Алексеем Георгиевичем и Кириллом Геннадьевичем делали очень интересную работу по готовности, которая по готовности к профессиональному самоопределению, то она меня тогда окончательно убедила в том, что у нас должна быть, наверное, такая вот некоторая матрица готовности. Мы должны на нее смотреть и действовать в направлении тех дефицитов, которые есть в этой матрице готовности. И это, наверное, главное в профориентационной работе, потому что реально у нас сейчас получается, что мы давим самыми что ни на есть мощными инструментами на те вещи, с которыми и без того хорошо, а какие-то вещи совершенно забываем. Вот, мне кажется, вот такая постановка вопроса целесообразна для сегодняшнего разговора. Спасибо. Спасибо большое. Кирилл Геннадьевич. Да, сейчас я с таким удовольствием и интересом слушал Николая Федоровича, вот так прямо слушал бы, так описывает там содержание проблемы, что это может быть, действительно очень интересно. В продолжение, может быть, ну и от себя, сказал бы следующее. Сейчас я в некотором смысле как практик, как автор, столкнулся вот с той проблемой, я вообще заведовал тем сектором, который, ну, можно назвать офлайном. То есть то, что вот мы в центре не принимали клиентов и так далее. А сейчас вот такая сложилась ситуация, что это стало невозможно. Всем понятно причину. Мы срочно должны онлайн, благо у нас уже для этого были какие-то наметки, все остальное там как бы дорабатывает. Даже вот мы сейчас тренинги проводим онлайн, мы сегодня запустили лагерь даже онлайн, но это сейчас уже никого не влияет. Но я хотел сказать будущее, что мы сейчас оказались в этой ситуации вынужденно, и это был некоторый способ
способы этой сущности, этих сущностей, в том числе и профориентация. То есть если бы профориентация, ну и какие-то технологии, которые там разработали, там в частности мы бы не перевели вот в эту в онлайн-формат, у них не было бы совсем. А так они все-таки были. И это очень хорошо. То есть это был некоторый такой способ замещения. Полностью он замещает. Ну, пожалуй, что, конечно же, нет. Ну, по-моему, согласились с этим все. Рождает ли он новые какие-то проблемы? Ну, без сомнения, какие-то, да, проблем еще пока много. Нельзя сказать, что мы полностью готовы. Вот даже сейчас вот в онлайн-формате все равно там у нас были какие-то сложности технические, туда зайти, здесь какие-то звуки там дополнительные, может быть, отвлекающие. Ну, то есть, понятно, что сейчас становится все лучше и лучше, но, тем не менее, полностью формат, разумеется, не заменяет. И, конечно же, вот когда мы проводим с детьми какие-то развивающие скажем, занятия, мы останавливаемся перед проблемой, когда дети находятся, вот я не знаю, в нормальном условном лагере с другом, то это интересно, это может быть даже какое-то, как психологи говорят, ресурсное состояние, когда ребята вот вместе совершают какие-то действия, им интересно. А если все это происходит онлайн, и смотря в телефон или на экран, то это совсем другое. То сейчас, собственно, все школы столкнулись с тем, что по санпинам там у нас там не больше часа, вот я сейчас не помню, для разных возрастов там разные, но их пришлось там пересматривать, а то и вовсе отменять, либо их там как-то занимать. Конечно же, было бы здорово, а все те наработки, которые сейчас у нас там появились, а их приходится просто делать, нам приделать. Вот все самое интересное забрать. И, разумеется, те возможности. Ну вот как глобализация там, допустим, о которой там все говорили. Вот сейчас границы закрыты, но такая электронная глобализация, это стало абсолютно реальностью. И это интересно. Рынок труда, конечно, там очень сильно поменялся. В общем, все вот это интересное попытаться забрать, желательно это, конечно, систематизировать вот после того, как мы выйдем, как бы, может быть, на улицу, и это в дальнейшей практике использовать. Спасибо большое. Несколько очень важных вещей возникли, и действительно связанных и с тем, что и усиливаются обе стороны, и возникают проблемы с методологиями, возникают проблемы с обменом информацией. Более того, я только что провел сессию с студентами младших курсов здесь же, на площадке салона, и из четверых студентов трое сказали, что им не хватало понимания, не хватало возможности профориентироваться, пока они учились в школе. Это не московские ребята, да, это ребята из самых разных регионов. Что можно сделать? Как? Тот же самый вопрос, как одна из девушек сказала, что у нее четко ее вопрос профориентации начался с того, что она выбрала экзамены ЕГЭ, которые будет сдавать и к ним готовиться. Мы говорили только что, Николай Федорович сказал о том, что ЕГЭ сломал систему профориентации, это правда. Николай Федорович, вот все поделились своими позициями. Что рождается в голове? По поводу ребят, о которых вы говорили, вот, которые испытывали дефицит в школе профориентационной или в целом? Смотрите, либо давайте Николай Сергеевич сначала, да? Да нет, я Николай вам Сергеевич, по поводу ребят сначала. Сказать, да, давайте что, по поводу ребят и Николай Сергеевич тогда. Да, не хватало в школе. Эта ситуация весьма, весьма типичная, как бы, ну, вот с начала 90-х годов этого всегда не хватает. В школе, если начинает хватать, то часто не помещается в школьные форматы. Это одна сторона, другая сторона, что вот у нас появился замечательный проект «Билет в будущее федерального значения». И первая ситуация, и вторая ситуация, они показали то, что профориентация – это история прежде всего территориальная, муниципальная и в первую очередь региональная, потому что у нас существуют крайне интересные регионы, например, Ярославская область, Иркутская область и некоторые другие, в которых есть свои оригинально работающие наработки, не из-за того, что это привязано к региональной специфике, вернее, не только из-за этого, а из-за того, что просто-напросто становится очевидно, что если есть своя региональная модель профессиональной ориентации,
она начинает сама по себе регулироваться, попадать в школы, попадать в руки конкретным ребятам, показывать, что происходит в регионе, что в нем, возможно, в будущем будет происходить, какие есть ресурсы, где можно получить помощь и защиту. И у всего этого самое главное, есть уникальные неповторимые авторы. Поэтому тоже я хотел бы сделать одно, пожалуй, важное замечание. Сейчас также очень хорошо пошел разговор в федеральной повестке о программах воспитания. Есть примерная программа воспитания, и в ней есть раздел профориентации, который как бы волей-неволей подталкивает к тому, чтобы профориентация оказалась школьной историей. Здесь тоже есть, конечно же, большой потенциал в этом, но есть и очень существенный риск, когда будут требоваться некоторые формализованные такие вот ответы от этой самой программы, но при этом это такое самостоятельное живое растение, вот эти региональные программы, которые достаточно легко взять и что-то с ними сделать, чтобы заасфальтировать, засыпать гравием и так дальше. Мне кажется, вот технологические спасения, это разработка, поиск вот этих вот решений, ассоциирующихся, связанных с цифровизацией, чтобы этим занимались именно регионы, может быть, муниципалитеты, вот, и в том числе, чтобы они там противостояли и сотрудничали при этом одновременно с корпоративной профориентацией, с лидерами экономики региональными. Вот мне кажется, вот здесь вот лежит поиск, один из вариантов организационного поиска и организационных решений. Спасибо. Понял, спасибо. Николай Сергеевич. Извините, я все отключаю звук, чтобы там не было помех. Много всяких мыслей, но мне бы, знаете, хотелось, чтобы мы удерживались все-таки как конференции. Я понимаю, назрела потребность пообщаться, давно не было у нас какой-то такой нормальной конференции, давно мы друг друга не видели. Но вот, наверное, все-таки неизбежно поговорить вообще о профориентации, но я все-таки постараюсь все-таки ориентироваться на тему, вот, которая обозначена, вот, да, тем более время ограничено. Я согласен и с Алексеем, и с Николаем, и с Кириллом. Нужна какая-то гармонизация живых форм и цифровых вот этих форматов. Да? Вот, живые формы – это хороший тыл. Цифровые форматы, они имеют риски определенные. То есть пока еще опыта не так много, он есть, несомненно. Да? И вот здесь возможны всякие проколы и соответствующая критика и потери репутации. Ну, я имею в виду нас. Все-таки я воспринимаю нас как некоторую группу, которая должна иметь и собственные какие-то интересы. Да? Вот. Здесь риски есть. Живые форматы – это круто. И тем более, вот, ну, центр Алексея гуманитарной технологии, он один из лучших, я его так всегда и представляю. Да? Вот. И одновременно вот эта сфера, она может быть, ну, я даже упрежу слово, захвачена другими. Я боюсь, что вот после коронавируса, когда вот многие перешли вот на эту удаленку и прочее, сейчас пойдет целый вал всяких там программ по удаленке, в том числе и консультационных, в том числе и профориентационных. Вот, ну, нам тоже придется в этом поучаствовать. Вот, я не уверен, что сразу как-то мы обозначим свое первенство. Тут очень многое зависит от программистов. Если программисты будут шустро и быстро будут что-то нарабатывать, да еще эффективно, вот этот технический аспект, да, то, может быть, мы должны быть морально готовы к тому, что на какой-то момент мы, ну, грубо говоря, кому-то что-то уступим. Наше главное преимущество, мне кажется, у нас сильное содержание. Вот. И сейчас, если мы это содержание будем везде заявлять, может быть, оно будет не услышано. Вот я в предыдущем своем высказывании сказал, что вот с чем я даже столкнулся. Поначалу вот на технологическом таком уровне, вот эти программы замечательные, было много всяких сбоев. Вот этот момент продумать, его сильно, может быть, не афишировать, может быть, это даже будет наша фишка какая-то. Но вот с чем я столкнулся, когда работал, ну, с тремя вузами по удаленке, вот даже сейчас у меня, я уже несколько дней подряд, вот только и занимаюсь, что это удаленка, голова никакая. И вот здесь как-то быть готовым к этому валу и найти в этом свое место, и даже, может быть, морально подготовиться к тому, что появится, ну, кто-то пошустрее нас. Посмотри, все зависит от программистов. Все зависит. Будет шустрые, увлеченные программисты, работающие не только за деньги. Вот, ей-богу, это во многом обеспечит успех. Ну и еще, вот чего я побаиваюсь так на перспективу, как бы это ни понравилось всяким там властям, то есть тем структурам, которые готовы контролировать профориентацию, вот не дай бог они введут какой-нибудь контроль. Ну, я сейчас не хочу много об этом рассуждать. Вот в финансовом институте я подрабатываю, там сумасшедший контроль, там все свихнутся.
И шаг, нужно где-то отчитываться. Вот я просто боюсь, что кто выйдет в тот цифровой формат, тут же местные департаменты образования или еще кто-то это заприметят, захотят на этом, может быть, как-то так немножко прославиться, и не дай бог они вот под контролем возьмут. Вообще это то, о чем сейчас Светлана Николаевна говорила. Если мы отдадим вот этот вот приоритет тем, кто будет нас контролировать, ну, пиши пропало. Вот как вот здесь вот сохранить? Что сейчас предлагаю, ну, вот всем участникам, может быть, выделить то, что цифра, она, ну, имеет очень опыт определенный накоплен, но мне так показалось, что все с этим согласны. Но, тем не менее, нам неплохо было бы выделить проблемные моменты, возможные риски, и, может быть, о них поговорить, ну, хотя бы на ближайшее время. Вот у меня такое предложение. Понял, спасибо большое. Алексей Георгиевич, ваше мнение, ну и вы как человек, который очень много работает с теми, кто любит контролировать. Ну, коллеги, да, ну я... Вижу, знаете, у меня два аспекта, вот я вижу. Во-первых, я согласен с Николаем Сергеевичем в плане того, что сейчас, если говорить про тему нашу, про онлайн-технологии, про цифровые технологии, они, на мой взгляд, с одной стороны, во многом могут помочь, но, знаете, сейчас все движется там, в такую в красивую область. Обертки, такое даже слово есть, такого маркетинга, и часто даже сервисы, даже профориентационные, я вижу, они больше не с целью эффективности, а с целью какой-то красивой вовлеченности, как бы привлечь. Часто там тесты используются для того, чтобы, допустим, продавать курсы ЕГЭ. Часто создаются такие очень элементарные, знаете, инструменты, которые, цель которых даже часто в другом, но их много. В интернете этого становится очень много, и я вижу, что и тесты, и какие-то анкеты, часто они и бесплатные, и в то же время несут очень-очень низкое качество. Но они очень красивые, они реально очень в такой оберточке, они хорошо прорисованы, они геймифицированы, но за ними часто стоит пустота или очень-очень низкая эффективность. И вот эта проблема меня беспокоит, реально. Я вижу, что, конечно, я вот даже по проектам, в которых я участвую, вот это федерального уровня, я вижу, что вроде мы создавали такие серьезные продукты, типа на готовность, на осознанность. Она трудно принимается всеми, потому что это длинный тест, который кажется многим занудным. И детям часто, и педагогам, и организаторам. И мне организаторы спрашивают: Алексей, ты не можешь сделать тест, ну, вот на 5 минут? Взял, нажал и осознанность померил. Ну, вот, как бы не хотел, какие бы даже программисты у меня не были, я не могу сделать 5-минутный, там, с 5 вопросами тест, который более или менее как-то систематично или концептуально мерил бы осознанность и готовность. Вот, к сожалению, видите, вот тут... А я уверен, найдутся ребята, кто это сделают. 5 вопросов, и скоро мы узнаем, что новый тест на осознанность, вероятно. Надеюсь, что не на таких серьезных проектах, как «Билет в будущее» это будет, потому что «Билет в будущее» все-таки и позиционирует, и пытается такую довольно-таки системную работу, и комплексную, поэтому... Но где-то не появится. И вот это является, на мой взгляд, такой большой угрозой в области цифровизации, профориентации. Потому что она создает иллюзию, что все очень просто, все очень красиво. Нажал на кнопку, нажал, вот так ты сможешь стать таким специалистом, вот так ты можешь выбрать, там, не знаю, профессию, вот стать, вот так зарабатывать там деньги. И вот эта легкость бытия неимоверная, которая теперь начинает создаваться вокруг в области профессионального самоопределения, она меня расстраивает, потому что я сам с удовольствием еще пару месяцев посидел бы, позадавал проект, но чувствую, что некоторые, я теряю некие компетенции, ну даже хотя бы как консультант, потому что мне уже нужно взаимодействовать с специалистами, сотрудниками, меняться опытом, сделать супервизию, не знаю, обратную связь получить, увидеть это. Но с другой стороны, я могу сидеть дома и продолжать консультировать, либо проводить семинары, и вроде бы ничего не теряя. Но это, на мой взгляд, иллюзия. Поэтому, на мой взгляд, что, знаете, интернет хорош, история профориентации хороша, как
некая даже такая зона просвещения, популяризации, но вот ведь реально, что движет, на мой взгляд, и должно двигать развитие страны и ребят, которые хотят развивать страну, это какие-то примеры. Все равно только в интернете на Марс не слетаешь, супер двигатель не изобретешь, не знаю, агрокультуру не возделаешь, не сделаешь там, не знаю, какие-то интересные инструменты. Это нужно показывать и через канал интернет, но вот эта офлайновая составляющая важная, она не должна забываться и не должна меркнуть по сравнению с красотой, как можно все это сделать легко, красиво, обернуть, сделать, создать. А сколько там ошибок, сколько там реальных взаимодействий, сколько всяких трудностей, ручных, не знаю, эмоциональных, которые в этом деле. Это часто остается за кадром. И вот в этом я бы увидел, наверное, вот проблему. Поэтому эта легкость бытия цифрового мира, она для наших детей должна быть, на мой взгляд, сбалансирована серьезной, комплексной и системной работой в области профориентации уже очень. Я так понял, спасибо большое. Коллеги, смотрите, я сразу говорю, ну вот это преимущество нашего с вами цифрового формата, что мы не просто сидим за круглым столом, хотя и жаль. Но, тем не менее, я беру на себя обязательство в любом случае сделать по итогам нашего мероприятия сегодняшнего смысловую сборку. Не обещаю, что это будет быстро, но она будет существовать. Поэтому тут очень важно говорить, но мы не потеряем всю проблематику, которую здесь упоминаем. Николай Федорович, если мы говорим о проблематике, что бы вы выделили вот в стиле, в сфере того, что мы говорили именно о проблематике цифровизации профориентационной деятельности? Вы знаете, на уровне направлений, конечно, здесь можно выбрать направление первое административно-организационное, взять все те приемы, при помощи которых происходит запуск, поддержание процессов. Здесь могут быть самые что ни есть необычные решения. Ну, например, вот на стажировке в Германии мы, когда наблюдали за процессом, то, что называется у них Girls Day, Boys Day, то есть ситуация, когда на предприятиях ребят знакомятся с профессиями девочек, а девочки с профессиями ребят, выросших, скажем так, то всему этому предшествует достаточно интересная ситуация. Ребята приходят на ресурс Girls Day Radar и Boys Day Radar и смотрят на карту. То есть, ну, обычно геолокация, по позиционированию, где ты, где вокруг, какие места возможны вот этих вот экскурсий, небольших стажировочек и так дальше. И очень заметно при этом, какие места пользуются большой популярностью, а какие, наоборот, не пользуются. То есть вот такой вот срез. И все это происходит в семье, когда папа, мама и ребенок смотрят вот на эту карту. И в этот момент как раз происходит то же самое, что, например, во время одной из активизирующих методик, когда просто-напросто карта района рисуется на листе ватмана и определяется, а что вообще есть вокруг, так сказать. Но это для тех территорий, где нету такой большой транспортной доступности. То есть вот эти вот обеспечивающие административные процессы, да, они это первое, что может происходить. А второе, то, что может происходить, это, собственно, вмешательство вот в эти содержательные вещи. И здесь действительно тоже можно, ну, это может быть одним из направлений, взять, выписать все возможные блоки содержания, формы, методы и вынести это на обсуждение. Во-первых, какие из них можно подвергать цифровизации безболезненно, какие от этого посыпятся и станут неэффективными, а какие, наоборот, повысят свою эффективность, но здесь совершенно очевидно то, что можно оцифровать вообще очень и очень-очень многое. Есть ли смысл, и, может быть, в ходе этой работы станет очевидным вот именно поиск вот этих вот новых, то, что называется, цифророжденных профориентационных технологий. То есть ключевое,
то ключевой момент, который я могу, так сказать, выразить, это что могут быть вещи вытащены благодаря этой ситуации цифровизации, либо ранее не востребованные просто потому, что до этого не догадывались, что это возможно, или что это было нужно, вот, или что, например, в ходе той же цифровизации возникает потребность в определенных компетенциях, в трансформации профессий, то есть то, что не востребовано. А второе, то, что было невозможно, потому что очень многие вещи, которые невозможно. У нас есть артефакты профессиональной культуры, с которыми, ну, как-то не бейся, невозможно познакомиться в реальной жизни. А здесь можно, не знаю, например, воспользоваться очками виртуальной реальности и увидеть то, что ты никогда не представлял себе с какого-нибудь предприятия или с какой-нибудь, не знаю, с какого-нибудь другого профессионального производственного объекта. Вот в этом направлении. Это пожалуй, одно. Скажем так, прикладное. А то, что не прикладное, это, пожалуй, действительно очень глобальная задача, потому что, по сути дела, вся эта цифровизация бросает такой колоссальный вызов. Ну, не только цифровизация, все процессы, связанные с ней. И вот как раз превращение этого вызова в шанс. Это, пожалуй, такая... Вот про шанс Николай Сергеевич тоже все как бы подпитка из его книг еще и нынешних, и 20-25-летней давности, так сказать, использование своего шанса. А вот, например, вот я как-то смотрел телевизор и увидел, французское телевидение, увидел такую вот любопытную историю, что во Франции происходили массовые убийства почтальонов после того, как Франс Телеком, оказывается, значит, сделал так, что очень многие люди не могут работать на той работе, на которой они раньше работали. С какого-то колл-центра был репортаж, что люди, которых взяли, перевели вот так, как мы сейчас из дома работают на колл-центре, они говорят, нет, верните нас обратно в колл-центр, потому что из дома это совершенно другая история, мы верните так, как было, верните нас в прежнюю норму. Наконец, из Ростелекома на конференции в ноябре происходило по поводу общественного участия в управлении образованием. Тоже рассказать, что, вы знаете, оказывается, в Ростелекоме у нас сейчас оказываются востребованы профессии, когда люди, которые умеют уговаривать других людей на клиентов потенциальных на подключение той или иной услуги, то есть не технари, а вот те, кто как раз обладают даром убеждения, даром объяснения, даром того или иного, так сказать, располагающего разговора. То есть вот помимо вот этой вот проблемы прикладной, существует эта глобальная проблема, что у нас мы оказываемся в ситуации вот этой вот, ну не знаю, ну не то чтобы неопределенности, а какой-то вот, не знаю, замешательство от того, что у нас возникают совершенно необычные проблемы. То, что просто-напросто часть людей окажутся на улице из-за того, что они не смогут работать по своим предыдущим профессиям. Как бы про это сказано уже много. Это, кстати, одна из возможных точек входа в профориентацию, объяснить, что сделать так, чтобы вот если, чтобы ты оказался конкурентоспособным, чтобы тебе за что-то платили деньги. Вот. И вот перевод вот этой проблемы. То есть мы смотрим, цифровизация, при помощи цифровизации очень легко пугать. Есть определенные, понятно, что есть далеко не надо к бабке ходить. Если пойдешь к бабке, то увидишь, что бабка пугает с ужасными последствиями цифровизации. И вот использовать вот, что да, это, конечно, все ужасно, кошмарно, и это трансгуманистический кошмар вытеснения человека, как это использовать в качестве шанса. Вот что вот для того, чтобы вдруг обнаружить, что это, что не надо так же, как люди ты ломали станки, что не надо ломать ноутбуки и всякие прочие устройства, а использовать это так, чтобы это пошло тебе на пользу, и в принципе на пользу не только человеку конкретному, но и целям, ценностям, которые традиционно провозглашены в гуманистической педагогике, психологии. Вот такие вот направления. Понял. Спасибо большое. Кирилл Геннадьевич, ваш подход к проблематизации? Я бы, наверное, продолжил бы коллег, с которыми, в общем, во многом согласен. Первый риск я бы обозначил как потеря качества услуги. То есть если вдруг там мы представим, что вот мы почти все переводим в онлайн, такой риск существует. Это связано и с техническими проблемами, которые там пока не преодолены, по крайней мере, так и с некоторыми содержательными
сложностями, потому что далеко не все можно, и даже с экрана, когда мы смотрим, там психолог там когда работает, это чуть сложнее там для психолога так работать. Но вообще организовать там консультацию вот так онлайн полноценно все-таки посложнее. Но вот, как мне кажется, это первый риск, вот такое вот потеря качества. Вторая, ну, опять же, которую там можно, разумеется, преодолевать. Ну, и сейчас мы видели это и с образованием, и очень много комментариев от родителей, когда вот срочно педагоги были переведены вот в такой формат онлайн, далеко не все с этим справились полностью, и не всегда получилось этот процесс действительно здорово организовать. Поэтому массово вот так перевести, это все-таки довольно сложно. Второй риск, который я бы обозначил, это... Ну, можно его, наверное, там как-то обозначить, как, не знаю, там, девальвация труда, но это, наверное, общее такое профориентационное, то, что там происходит, что все легко кажется, вот о чем говорил, может быть, Алексей, если я там правильно его мысли понял, что, в общем, все возможно, все доступно, только в онлайн выйди, и дальше любую профессию, и дальше у тебя будут блага на тебя насыпаться, и для этого практически ничего не нужно будет делать. А здесь потрудиться нужно будет наоборот, даже еще больше, потому что новый формат. И третий – поляризация профессий, потому что, тоже о чем коллеги уже говорили, у нас есть, вот, допустим, непрерывные производства, которые мы вот так вот не видим. Вот офисные сотрудники вроде бы перешли, но есть те, там, не знаю, тяжелое машиностроение или там добыча полезных ископаемых и так далее, о которых мы слышим из новостей, но содержание их труда, вот, это, ну, то есть нечто совершенно иное, которое вот так вот оцифровать, это такая задача интересная. Попытки есть, вот вчера мы об этом говорили с Дмитрием Судаковым, там небольшая даже полемика там у нас возникала. В общем, то, чего мы не видим, и те люди, которых там, может быть, мы не видим, то есть их есть риск как-то потерять. И вот те, кто живут в онлайне, вот, и те, кто там не живут в онлайне, вот такая какая-то поляризация может произойти. Понял, спасибо большое. Ну, кстати, хотел бы ответить Алексею Георгиевичу о том, что на Марс в онлайне у нас можно встать очень просто. Никто не узнает, что вы не летали. Будет замечательный полет и все, с одной стороны. С другой стороны, я давно уже говорю о том, что для определенных категорий людей, для тех же самых ребят с ограниченными возможностями, есть возможность использования тех же самых роботов телеприсутствия, при помощи которого можно в Третьяковку, например, сходить было бы. Да, если ребенок сидит с компьютером или с планшетом и управляет роботом, который ездит по Третьяковке. При этом он может подъезжать, отъезжать, читать выше, ниже, слушать, что говорит экскурсовод и так далее и тому подобное. Это тоже вопрос цифровизации, когда мы говорим о том, что есть вещи, которые вроде бы никак в цифровизацию не перекинуть. Но существуют определенные проблемы. И, Николай Сергеевич, что дальше делаем? Вот сейчас определились какие-то вещи, может быть, еще что-то. Может быть, давайте к следующему такту подойдем. Ну, у меня предложение такое. Я поглядываю на часы, у нас остается 25 минут, насколько я понимаю. У меня предложение насчет идеи. 29, спасибо, да. Насчет идеи. Что бы я предложил? То есть мы сейчас так вот были более-менее проблемное поле, попробовали порассуждать, все это замечательно. Ну и что делать дальше? Вот первое мое предложение, я уже его озвучил, еще раз повторяю. Не подумать ли нам о систематических встречах, потому что, ну, это первый пробный камень. Может быть, они будут более такими, ну, что ли, конкретными, наши последующие разговоры. Ну, и в этой связи я просто набросал, чуть-чуть оглашу, ладно, чтобы так сильно не задерживать, чтобы другие тоже высказались. Ну, вот такое немножко странное предложение, помимо того, что неплохо было бы систематически собираться и обмениваться. Создание некоторой исследовательской группы в том плане, что вот я уже говорил, и Алексей, по-моему, тоже по этому порассуждал, сейчас, наверное, пойдет вал всяких вот этих цифровых предложений на рынке, всяких психологических услуг, в том числе профориентационных. И эта исследовательская группа, ну, в принципе, все мы, и, может быть, еще кого-то подключим.
Мне даже кажется, что у Николая Федоровича здесь есть хорошие перспективы. Все-таки он, наверное, единственный представитель научного такого учреждения, где можно было бы там и к Игорю Станиславовичу обратиться, он бы, наверное, поддержал. Что здесь имеется в виду? Анализ опыта отечественного профориентации, в том числе и цифрового, который вот может появиться, и, может быть, уже где-то был, и, может быть, зарубежного опыта, потому что что-то уже ведь и делалось. Вот здесь было бы неплохо не отставать. Понимаете, ну это как бы естественный такой ход, не нужно уж там таким школярским путем подходить, просто вот ну, немножко изучить ситуацию. И после этого, кто бы сделал небольшой, может быть, обзорчик, рассказал, ну и по мере накопления этого опыта, может быть, еще как-то посвящал. Мне, например, этого сильно не хватает. Я, честно признаюсь, языка не знаю, если знает, он мог бы ну, немножечко здесь нас посвятить. Это правда было бы полезно. Нам проще было бы принимать последующие решения. Но я, опять же, воспринимаю нас всех как некую группу, у которой могут быть свои конкуренты. Другие какие-то конкуренты. Все-таки ну, приходится об этом думать. Дальше. Инвентаризация имеющихся методик у нас самих. Что можно использовать было бы уже сейчас в цифровом формате? Что-то, наверное, можно, что-то нельзя, что-то требует доработки. Еще на перспективу. Может быть, подумать о каких-то новых методах. Ну, извините, у меня был некоторый опыт, и многие знают, и Алексей знает, как я с Гусевым Алексеем Николаевичем тоже там что-то разрабатывал только потому, что программисты перестали финансировать, и программистам как-то вот немножко не захотел бесплатно работать, но на этом мы прекратили. Вот. А мне кажется, там много новых идей. То есть я к чему наклоню? Чтобы предлагать нечто такое, чего у других нет. Понимаете, тогда бы мы выглядели неплохо. Даже после того, как сейчас вал пойдет, в том числе и таких примитивненьких вещей, о которых говорил Алексей, вот, мы могли бы уже к этому моменту разрабатывать или чуть позже, с тем, чтобы выглядеть ну, более солидно, что ли, да. Вот. Ну и, может быть, уже пытаться проводить некоторые консультации осторожно, да, чтобы потихонечку. Мне иногда кажется, что не нужно гнаться за статистикой, но, скажем так, несколько даже неудачных консультаций – это прекрасный материал для размышлений. После этого будет о чем поговорить. Ну, я просто по своему опыту, когда я разрабатывал свои методики, ну, еще живые методики, там, в классах и прочее, у меня было много неудач. Вот когда ты начинаешь размышлять, там столько идей потом. Ну, здесь просто нужно так объективно, нормально к этому подходить, так без, ну, переживать, конечно, но так нормально все это рефлексировать. Да, мы очень конкурентоспособными, и в том числе и сами будем довольны своей работой. Вот. Ну и повторяю, вот неплохо было бы систематически собираться и как-то вот делиться собственным опытом почаще. Немножко сумбурно, извините, но вот что-то там вроде прозвучало все. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо, Николай Сергеевич. Знаете, я, наверное, присоединюсь к вопросу по поводу собираться и даже готов подумать над тем, чтобы взять на себя организующую часть, тем более, что я не аффилирован ни к одной школе, ни к одной компании. Давайте прямо сразу, наверное, запишем, что это мы принимаем, и я попробую, ну, в августе точно попробую собрать, может быть, раньше, как пойдет. Договорились. Давайте, Алексей Георгиевич, к вам тогда. Ну, присоединяюсь. В этом и есть большая польза именно и интернета, и онлайна, то, что можно собраться большим количеством, невзирая на расстояние, часто там, на время. И вот поэтому у меня и такой есть маленький юморной случай, пример хочу рассказать. Знаете, в нашей компании ну, порядка 40 человек работает. И так вот, чтобы собираться всей компанией, 40 вот, человек на какие-то собрания, мы, наверное, это делаем реже, чем ну, раз в год, может быть, а то и реже. Вот. И, ну, понятно, что микрогруппами собираемся, но чтобы таких собраний не было. А вот тут, когда началась самоизоляция, мы каждую неделю все дружным порывом раз в неделю собираемся, общаемся, узнаем, и это другая совершенно история. Представляете? То есть, казалось бы, что нам мешало, а собраться очно все вместе намного сложнее. И это вот раз. Второе, поэтому, конечно, вот такие, Кирилл, если вы поможете, будет очень, очень здорово, вы знаете весь рынок профориентации, и вообще надо собираться действительно общим, делать прозрачными работки. Если какая-то вот такая сетевая возможность общения появится, то мы таким образом обмениваемся опытом, рассказывая о наработках, рассказывая о продуктах, а может потом их и демонстрируя, и сравнивая, мы легче поборемся с низкокачественными вот этими продуктами, которые могут быть
на рынке, и которые могут в мутной воде искать там своего потребителя, я не знаю, это может быть астрология, это может быть какие-нибудь супершлемы, либо отпечаток пальца, это сразу в обсуждениях станет понятно, и дискуссия, а может быть и есть что-то в отпечатках пальцев, но вот сообщество могло бы это обсудить, увидеть. А не сразу был бы выход на потребителя, и каким-то образом по регионам пошли бы очень сомнительные, например, методы подхода. Первое, да. Ну и второе, вот еще один компонент. Надо понимать, что... Просто еще один пример. У нас есть две аналогичные услуги. Есть одна услуга, это когда, например, одна из услуг к нам приезжает в центр, проходит диагностику и получает консультацию с рекомендациями по дальнейшим путям развития. И точно такая же услуга, точно, из дома в онлайне проходит учащийся такой же точно тест, такой же консультант там в скайпе, ему также столько времени ровно рассказывает, показывает результаты, рекомендует и по тем самым направлениям. И вот, казалось бы, все понятно. Вот сейчас самоизоляция. Наши в марте ожидания были, ну, как вы думаете, коллеги, подумайте, сколько процентов перейдет в данном случае из офлайна в онлайн. Ну, допустим, к нам примерно там 500 там, человек в месяц, 500 тысяч человек в месяц приходит. Вот два месяца, вот можно констатировать факт, Кирилл меня, наверное, не даст собрать, что, ну, наверное, одна пятая людей пришли, но до этого 1/10 уже приходила. То есть вот 20%, кто пришел, все остальные ждут, когда мы откроемся там, в июне, в июле, и придут к нам на очную консультацию. Она будет дороже даже, чем в онлайне. Надо будет еще приехать. Но тем не менее, вот эта инерция еще офлайнового такого восприятия, понимания, что с психологом лучше поговорить очно, имеет свою подоплеку. Да, на мой взгляд, сегодняшняя ситуация дала толчок к развитию онлайна. Но я не могу сказать, сколько таких толчков еще должно быть, чтобы хотя бы половина населения перешло бы сейчас, было готово, вот очень важно, готово к принятию и пониманию онлайн-услуг. Что здесь говорить, если вообще привационные услуги, вообще многие вообще не понимают для чего, а уж в онлайне это сейчас вот показаться вообще еще преждевременно и странно. Поэтому тут еще должен быть поэтапный прогресс. И, на мой взгляд, многие клиенты пока еще даже не готовы к восприятию онлайн-услуг. Я вот говорю, 20%. И это в основном Москва, Петербург и большие города. Да, Кирилл Иванович? Такая вот картина, которая сейчас нарисовывается. Вот. Поэтому процесс еще, на мой взгляд, инерционен и еще долго будет сопровождать еще и такую стереотипность восприятия человеческих, допустим, услуг, если мы говорим про профориентацию или про другие услуги. Спасибо, абсолютно согласен. Тут другая еще история. Так, у кого-то включен звук. Да. Все, спасибо. Нет, пока. Пожалуйста, кто не в наушниках, выключите колоночки, пожалуйста. Или микрофон. Спасибо, все хорошо. Полностью согласен с вот этим подходом, но мне кажется, тут еще одна важная вещь. Мы когда говорим о том, что люди не переходят из офлайна в онлайн, и как говорим, что когда все должны начать профориентироваться, начать работать с профориентаторами, мы на самом деле говорим совсем не о всем населении, а мы говорим только о очень маленькой страте, о какой-то элите, я бы даже не побоялся этого слова, тех людей, которые понимают и задумываются о будущем. Не зря же в исследованиях билетов в будущее, которые озвучились по прошлым годам, говорят о том, что у нас более 90% находится в состоянии неосознанной некомпетентности. Николай Федорович, вот ваш подход к этой истории, что мы продолжаем дальше делать?
Продолжаем дальше делать с чем именно? С в аспекте цивилизации в аспекте. А совсем. Нет, естественно, в аспекте цифровизации, вот как бы Николай Сергеевич задал какую-то первую рамку, Алексей Георгиевич продолжил, и как вы считаете? Ну, я уже, как бы, то, что я сказал, во-первых, мы получили за последние, ну, скажем, лет 5-7, а вот замечательный опыт, просто я уже сказал, что у нас замечательно срабатывают модели региональные, если они сами по себе выросли, они внедрены, они транслированы. Вот и поэтому вот в организационном плане это увидеть то, что можно брать от этих самостоятельно выросших, ну, например, в той же Ярославской области. Школа профессии будущего, то есть и в общем-то в Иркутске тоже похоже, и да и в других тоже. То есть так как виден, так как обнаруживается рост новых, других принципиально иных профессий или комбинаций компетенций, это вот в с позиции региона, потому что это очень сложно, чрезвычайно сложно сделать из школы, вот, и достаточно сложно сделать из федерального центра. Но, правда, соответственно, здесь добавляются еще, кроме специфических профориентационных вещей, еще и такие, ну, скажем так, неизбежные, потому что я как-то разговаривал с одним из, скажем так, крупных руководителей, которые оказывают влияние на это. Но мы все с ними рано или поздно разговаривали. Это никак не связано с проектом «Билет в будущее», это совершенно другая история. И приводил тоже ряд аргументов, что для того, чтобы от лица педагогов пошла продуктивная профориентационная работа, необходимо то, что в свое время Павел Семенович Лернер называл это втягиванием в разномыслие. И вот по тому, как сейчас, вот сейчас уже прошел эксперимент по тот, в котором я тоже частично так участвовал, по подготовке из примерных программ, воспитание, программ воспитания школ, там вот этого они часто очень сильно похожи друг на друга и боятся сделать шаг в сторону школы. И даже, например, вот когда необходимо выделить, чем школа в принципе отличается от других, то вот почему-то стараются писать одно и то же, очень и очень-очень часто. Не все, конечно, но очень часто. Вот. А вот этот вот руководитель, он сказал, что если мы будем втягивать педагогов в разномыслие, они тянут и перестанут исполнять то, что предписано. То есть здесь мы как раз увидим вот эту вот вилку, одну из вилок вот между нормами, про которые мы так любим говорить, про профориентации, про войну этих норм, что с одной стороны необходимо выполнять, добиваться там охвата, добиваться каких-то результатов, а с другой стороны вот что делать, если в разномыслие не втянешь, если не противопоставишь. И поэтому здесь вот тоже сейчас возникал разговор про то, что можно оцифровать, чего, что оцифровать нельзя. В общем-то, в свое время Александр Наумович Тубельский говорил, что любое самоопределение происходит через кризис, а ныне здравствующие, активно развивающие свои интересные проекты Сергей Сергеевич Гиль любит употреблять словосочетание «волшебный пендель», заимствованное, по-моему, из КВНа. А вот, то есть ситуация, когда ну, с достаточно большим эмоциональным вовлечением подросток видит, что он оказывается недостаточно конкурентоспособен в сравнении с кем-либо еще при выполнении какой-то либо задачи. И, но здесь, так сказать, другая сторона этого, то, что у нас начинаются глобальные соревнования и выращивание победителей, и они перестают в промышленный масштаб. Поэтому мне кажется, что вот здесь действительно стоит сложнейшая задача обнаружить то, что у нас есть реально выросшие, замечательные региональные практики. Они конституционные, они организационные, они касаются вещей, связанных с тем, как сделать свой уникальный курс профориентационный, потому что уж чем-чем, а с курсами профориентационными, вот, ну, вот всю жизнь ими занимаемся, большей частью печатными, вот, занимались электронными, и вот то, что это совершенно замечательные
история, с одной стороны, с другой стороны, эта история настолько сильно трансформируется. Вот, например, в курсе твоей профессиональной карьеры мы рассказывали, что, вы знаете, есть вот профессия, специальность, есть должность. Потом, еще задолго до всех этих процессов, где-то в начале 2000-х годов, когда была компания по предпрофильности, мне показалось, что это совершенно неправильно. И в очередной генерации курса, который уже назывался иначе, я предложил это убрать, мы заменили это другими вещами. А вот когда началась вот эта вся чехарда с тем, что у нас вот это вот дробление, вот эта мозаичность профессии, она стала каким-то таким культом, стали все говорить, что да нет, никаких профессий не существует. И когда мне показалось, что действительно вот это размывание профессии, что это есть одна вот эта одна из угроз, в том числе, не знаю, то, что может привести к большим социальным потрясениям, мне показалось действительно важным снова об этом говорить. Так вот, мне кажется, как это можно сделать? Мне кажется, про это хорошо сработает. Есть даже такие производители этих инструментов, когда есть небольшой фильм, который можно останавливать на определенных местах, комментировать, обсуждать. Вот. И это рассчитано в том числе и на то, что педагог, он как бы не слишком серьезно к этому готов, но его как бы подводит к тому, чтобы он, по крайней мере, обнаруживал какие-то разные ответы на совершенно очевидные вопросы. То есть мы здесь совершенно точно, что мы не можем при помощи цифровых инструментов, дистанционных, онлайн, что бы мы здесь как бы ни крутились, мы не можем сделать так, чтобы ребенок, подросток, чтобы вот он испытал вот это кризисное состояние, испытал вот это вот ощущение того, что своих дефицитов и куда ему надо идти, вот, потому что, ну, просто тоже, вот, ну, вот, одно из моих любимых занятий — это использовать несколько инструментов карточных игр Николая Сергеевича Брежнева. И бывают ситуации, когда, ну, уже просто работать с ним очень-очень долго, можешь как-то так делать, и вдруг у меня были такие ситуации, когда вдруг говорят: ой, говорит, у меня, говорит, от ваших карточек голова взрывается, бывает, что вообще там слезы у кого-то наворачиваются, я чувствую себя каким-то ужасным манипулятором, хотя понимаю, что я им на самом деле в этот момент не являюсь, что я делаю какую-то прививку от вот этих вот неправильных тестов тем самым. Я что-то такое вот делаю, вот закручивающие человека в эту проблематику, и в тот же момент могу его спасти оттуда. И уже три раза, не знаю, два раза точно было, так сказать, может быть, какой-то будет еще и третий раз, я знаю точно, что все эти замечательные инструменты, они не работают, если не появляются вот здесь вот на экране ноутбука, монитора и так дальше. Вот. Поэтому, ну, не говоря уже про разные модели профессиональных проб. Поэтому мне кажется, вот то, что у нас появляется замечательный инструмент вот через интернет, через разные формы компьютерного посредственного взаимодействия, инструмент экспертизы. Мы можем, отобрав какое-то количество экспертов, обсудить, что, как вот я здесь немножко трансформирую то, что сказал Николай Сергеевич, какой инструментарий нам нужен для формирования готовности, потому что, как бы, мне кажется, это один из основных таких позиций, что надо смотреть на показатели, составляющие готовности к профессиональному самоопределению, и уже вторым или третьим, четвертым способом удовлетворять запрос в том, чтобы мы определили направленность, интересы и так дальше. Это первое. А второе – это обсуждать то, каким образом, какие инструменты у нас могут быть оцифрованы, какие вот просто оцифровываются, просто вот они, то они бумажные, а то они не бумажные. А какие вдруг приобретают совершенно иное, совершенно другое качество. Потому что действительно существует, не знаю, как мне кажется, но определенные находки у многих наших коллег, которых мы можем критиковать, можем соглашаться, можем наоборот, так сказать, оказаться, чувствовать себя в некотором ущербе, потому что у них была возможность сделать замечательные, неповторимые инструменты, отдать этому все что угодно. И вот вот организация, в том числе при помощи вот этой вот работы, вот этой вот совместной взаимно открытой экспертизы, но с учетом того, что у нас есть профориентационные мифы, про которые тоже вот многие из здесь присутствующих очень много говорят, и что, в общем-то, люди не хотят втягиваться в родномыслие, они хотят получить какие-то ответы, какие-то рецепты. Вот. Они хотят получить какую-то зацепку для того, чтобы сказать: смотри, вот у нас вот так-то получилось. Давай пойдем туда. То есть вот использовать возможности вот этого компьютерного опосредованного, не только общения, для того, чтобы увидеть те точки роста вот этих вот действительно инструментов, которые выигрывают от того, что мы их оцифровали, либо же мы берем какие-то цифророжденные
технологии принципиально иные, типа вот этих вот сетевых проектов, или, не знаю, может сработать тоже эта идея, которую я давно ее предлагаю в разные места. Ты считаешь, как есть конкурс, кто лучше любит Родину, кто лучше, как понимает, есть конкурс, например, гимн России понятными словами. Вот, в принципе, сам по себе напрашивается конкурс «Труд человека понятными словами». Не человек труда, я хочу особо обратить внимание, потому что сразу здесь возникает какой-то пафос воспитательный, а труд как некоторая ценность и человек как некоторая ценность. И понятными словами, вот, то есть вот эти некоторые такая профориентационная Евангелие, и вот по понятными словами, вот так сказать, как ребята в разных местах, в зависимости от контекста, не обязательно ребята могут это понимать. То есть взять какую-то вот такую вот очень-очень небольшую, например, количество вот этих вот фраз про всеграмм понятными словами, про стандарт понятными словами, ЕГЭ понятными словами, я знаю. Вот. И вот постараться совместно оценить, что можно. Какие вещи соревновательные, не соревновательные, помогающие, не помогающие, каким образом они могут оказаться конкурентоспособными. Потому что действительно я полностью согласен с тем, что может оказаться определенное лобби, которое скажет, смотрите, ух ты, какой у нас замечательный инструмент. Вот, он все, и в общем-то есть такие тоже. Вот, уже помимо отпечатков пальцев и что там еще было, что-то такое, вот, тоже такое похожее. А, по этим, по ритм головного мозга. Сейчас уже, так сказать, некая новая генерация пошла. То есть, соответственно, здесь вот, использовать возможности совместного эксперта в участии. Вот, в том, чтобы определить, что может быть. И, конечно же, также нам позволяет вот возможность вот этого дистанционки. Про это, кстати, написано у нас в проектах. Это использование общественного участия в управлении образовательными организациями. Как только у нас появляется. Ну, это, конечно, в идеале, если сформированный институт гражданского общества. Как только у нас появляется представитель этого самого внешнего заказчика, это происходит пока очень редко, но можно смотреть на эти примеры. И он начинает говорить, вы знаете, а давайте мы вот это потому-то и потому-то внесем. Мне кажется иногда, что вот эта программа воспитания, про которую сейчас идет речь, что она должна быть публичной декларацией. Вы знаете, а у нас в школе не хватает того-то, 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 но нет, не просто непокрытая крыша, а это какое-то конкретное участие внешнего. Для этого опять-таки нужно вот этот способ втягивания в разномыслие и осознание того, от чего нам не хватает для того, чтобы достичь, чтобы ребята увидели все возможности своей профессиональной самореализации, чтобы они так или иначе истолковали успех. Вот, кстати, по поводу успеха тоже не могу, пожалуй, на этом закончу. У нас у всех есть, ну не у нас у всех, есть такое представление об успехе. Наберем вот профессиональный успех. У нас появится определенная картинка, если Венус картинки наберем. А есть, например, там, не знаю, slow life. Медленная жизнь. То есть вот как может быть человек гармоничен, если он постоянно находится на связи, если ему постоянно надо вот участвовать в онлайн-коммуникации, в той или иной. Вот даже если у него профессия это не предполагает. Если он там, не знаю, ушел, не знаю, ну, возьмем какой-нибудь крайний пример, монах, это успех или не успех? Вот. То есть существует модель успеха тоже совершенно другие. Вокруг этого можно построить тоже какие-то, не знаю, конкурсные или такие квазиконкурсные активности. То есть на самом деле существует дефицит вот этих вот идей того, как применять разные те или иные цифровые инструменты. Вот. И вот эти, и здесь вот необходимо запустить какую-то вот эту вот мельницу и увидеть, что может оказаться полезным и почему. Спасибо. Спасибо. Значит, я две важных идеи, во-первых, услышал, это все-таки идентификация выращенных практик, тех, которые в практике существуют в регионах. И вторая важная тема, которую коснулись уже несколько человек, это идентификация методик, которые применимы или частично применимы в новых технологических условиях. Плюс очень важная история с разномыслием на самом деле возникает, потому что с одной стороны, мы говорим о том, что втягиваем подростков в новую норму, заставляем их принимать собственные решения. Это означает думать, а это означает размышлять, с одной стороны. С другой стороны, современный педагог хочет мыслить по-разному, но ограничен теми требованиями, которые перед ним выставляют концепции ВГОСы. И когда подросток перед собой пример человека, который не поощряет разномыслие, в том числе и даже на предметах общественного цикла, например, да, то говорить о том, что мы можем эффективно формировать при помощи этого же человека разномыслие в головах сегодняшних подростков, достаточно сложно. Это тоже большая достаточно проблема. Кирилл Геннадьевич, у нас буквально уже несколько минут остается.
вы, и тогда будем переходить к подытоживанию сегодняшнего разговора. Я постараюсь очень коротко. Я продолжу в некотором смысле, ну, как мне кажется, мысль Николая Федоровича, ну и сделаю, может быть, какой-то определенный акцент. Нам нужно научиться там работать с педагогом, там, может быть, может научиться говорить с ними на одном языке. Что я имею в виду? Я тоже часто встречаю, как Кирилл Леонидович говорил, подростков, которые говорят, у нас в школе ничего не происходит, профориентации вообще. Ничего нет. Хотя только федеральные проекты, билет и в будущее можно назвать, траекторию можно назвать, где интересные уроки происходят и так далее. Вот сейчас тоже большой проект, который называется «Большая перемена онлайн». Мы в гуманитарных технологиях тоже сейчас делаем, тоже онлайн-проекты, все бесплатные, доступные. Вот профвечера можно просто подсоединиться, поговорить с экспертом, никто не мешает, задай все свои вопросы, любые, какие хочешь, и получи на них ответ. Вот. И эти практики существуют. И вместе с этим остается довольно много детей, которые говорят, а вот вроде бы ничего и нет. То есть информация какая-то не доходит, либо ребята считают, что это не очень ценно, либо как бы не очень нужно. То есть либо мы что-то про них не знаем, как там им помочь, либо, может быть, там не до конца умеем донести эту информацию. Вот это вот первая задача, научиться, ну, как минимум, донести, может быть, до педагога, либо до родителя, ну, как минимум, до педагога, хотя мы вроде бы это делаем, может быть, и понять чаяние какого-то педагога, его проблемы, почему у него там это не получается. Я заметил мнение некоторых педагогов, вот в частности в одном из федеральных проектов, которые участвовали, говорят, что это, ну, просто спустили сверху, это такая задача, которая там и не нужна, и настолько она трудоемкая, и вообще она пустая, ни к чему. Вот, то есть вроде замысел, может быть, был и хороший, но если есть сопротивление вот того человека, который организует, то любая там идея может быть таким образом девальвировано. А вот это нужно учиться, чтобы по-настоящему это могло быть массово и эффективно. Это первое. И второе, это некоторый, ну, не знаю, каталог, что ли, этих практик, их систематизации. Но об этом мы все уже как-то говорили, чтобы можно было как-то это использовать. Вот как сейчас есть там, я не знаю, Яндекс.Маркет или другие какие-то маркетплейсы, я вот набираю что-то и получаю весь ассортимент, который у нас есть. Вот, может быть, что-то подобное, вот, когда ты хочешь вот там какой-то карьерный путь построить, и вот какие у тебя для этого есть ресурсы, что тем тебе может помочь. Вот так. Большое. Давайте буквально, у нас совсем мало времени осталось, по минуте каждому, и мы обязательно вернемся и к обсуждению этой темы, и сделаем сборку, и еще встретимся, продолжим разговор. Да, буквально меня попросили покороче. Тогда минута – это прямо самый большой предел, лучше уложиться короче. Николай Сергеевич. Очень коротко. Пока сидели, я набросал проекты двух методик. В основе одной – схема альтернативного выбора, в основе другой – моя игра известная, там, «Угадай профессию». Если был бы хороший программист, мы бы сбацали ее через пару недель, может быть, даже раньше, просто к слову. И был бы конкретный разговор. В режиме онлайн главное – сохраняется диалог, чего у других нет. Так что можно уже и о конкретике поговорить в перспективе. Пожалуйста, закончил. Спасибо. Да, Алексей Георгиевич. Да, а я, наоборот, немножко так более концептуально. На мой взгляд, вот я тоже сейчас тему послушал уважаемых наших выступающих, подумал, на самом деле я вижу, что основное сейчас, на данный момент, польза цифровой вообще индустрии, в частности профориентации, это информационно-коммуникационная функция. Вот именно донесение информации и коммуникации между специалистами, между детьми, между различными персоналами, любой возможность задать вопросы. Вот это очень важно. И это, мне кажется, надо постоянно держать в голове и развивать дальше. Спасибо. Да, спасибо большое. Николай Федорович, буквально 30 секунд. Мне кажется, что надо избежать соблазна того, чтобы лица, принимающие решения, разработчики сделали то, что им удобно, и постарались это продать. Поэтому важно, чтобы массы сказали то, что им нужно, а не то, что им удобно. Чтобы не появился очередное что-то, то, что предлагает. Да. Кирилл Геннадьевич.
Давайте встречаться еще, и через какие-то промежуточные итоги мы подвели, и следующую какую-то, спустя какое-то время еще раз подведем. В общем, и может быть уже в офлайне с удовольствием я бы с коллегами встретился. Спасибо большое, спасибо тем, кто сегодня принимал участие. Я надеюсь, что это было интересно тем, кто нас слушал, и мы обязательно продолжим. И постараемся, чтобы результат сегодняшнего разговора оказался реальным. Спасибо, до свидания, до завтра.